Иркутск со своей неповторимой историей и отважными жителями претендует на звание города трудовой доблести. В декабре 2019-го президент России Владимир Путин предложил, помимо городов воинской славы, присваивать почетное звание и тем населенным пунктам, где в тылу трудились тысячи людей. Ведь не только боями прославились города Советского Союза. Многие обеспечивали бесперебойное производство и поставки на фронт гражданской и военной продукции. Иркутск был крупнейшим центром Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны. Здесь было сосредоточено множество производств, как наших, ну как авиазавод, например, был железная дорога, мощнейшее предприятие, завод имени Куйбышева, так и эвакуированные сюда предприятия из оккупированных территорий Советского Союза. Иркутск в годы войны направил на фронт более 20 тысяч бойцов, а в госпитале областного центра с территории военных действий за все время отправили порядка 100 тысяч раненых. Больше 40% из них полностью восстанавливались и возвращались обратно на войну. В те годы девушки и женщины трудились в медучреждениях, учились и ухаживали за больными. Тут можно вспомнить профессора Хаимбера Ходеса, который спас тысячи жизней. Также для нужд фронта в столице Восточной Сибири производили боеприпасы, самолеты и танки. Именно иркутяне первые в стране предложили собрать средства на строительство танковой колонны, которая была названа «Иркутский комсомолец». В мае 1942 года технику передали на фронт. Сейчас боевая машина, участвовавшая в освобождении Праги в 1945 году и олицетворяющая ту колонну, красуется здесь, на улице Советской. Целый год историки, журналисты, общественники, сотрудники архива по поручению мэра Иркутска Дмитрия Бердникова работали и искали новые или уже забытые факты о событии тех дней, чтобы предоставить документ, по которому областному центру могут присвоить почетное звание. Это важно для сохранения военно-исторического и трудового наследия, а также патриотического воспитания молодежи. Поэтому мы по многим нашим иркутянам, по подвигам иркутян, получили впервые документы. Вот мы столько документов подняли, по-настоящему подвига людей, когда люди не жалели ни себя, никого и старались все отдать на благо победы. Законопроект о присвоении звания «Город трудовой доблести» в Госдуме принят в первом чтении. В Иркутске же историческое обоснование представят на заседании Совета по патриотическому воспитанию при мэрии Иркутска до конца января. Решение остается за федеральными властями. Мадина Халикова, Евгений Шарыпов, Константин Синицын. Новости сейчас.